песня, видео жизнь старинная. Это как раз мы вспоминаем 80-е годы, когда в домах появились видеомагнитофоны, видеокассеты, и люди что-то заподозрили. В эру электроники новые темы. Люди устали, люди капризны. Сверхсовременные видеосистемы — это новейшие формы жизни. Никакой магии, все очень просто. Если в сети есть напряжение, то будет динамика, мысли и чувства. Статичные пейзажи обретают движение. Видеожизнь, квази-жизнь. Видеожизнь, ложная жизнь. Видеожизнь, квази-жизнь. Видеожизнь, ложная жизнь. Проблема общения стала излишней. Сотни сюжетов, все на дому. Вопросы создания видеотеки намного доступнее, чем прогулка в лесу. Искусственный мир, надежность и качество. Он портабелен, портативен. Зрачки абсорбируют цели сигналы. Сознание фиксирует негативы. Видеожизнь, матери-жизнь. Видеожизнь, ложная жизнь. Видеожизнь, квази-жизнь. Видеожизнь, ложная жизнь. Видеожизнь, квази-жизнь. Видеожизнь, ложная жизнь. Видеожизнь, квази-жизнь. Видеожизнь, ложная жизнь. Ну, было приятно сегодня с вами увидеться. Спасибо Алексею. Спасибо всем, кто организовал мероприятие. Это очень здорово. Хочу напомнить, заходите на мой сайт www.electrikrakers.ru. Там много музыки, группы Дио и других техноромантиков 50-х и 90-х годов и даже 2000-х, потому что я долгое время выпускал электронные команды до кризиса, когда пиратство все поглотило. Спасибо, друзья! Спасибо, Саша! До встречи! Заходите на сайт, скачивайте, слушайте, там много хороших, добрых песен. Вот. Спасибо большое. За клавишами была Алина. Спасибо, Лена. Друзья, ну, к сожалению, у нас, мы и так уже вышли за рамки программы, но, к сожалению, Био, Александр Яковлев. Еще его увидим не один раз. На этом все. Спасибо за внимание, друзья. До новых встреч, как говорится.